подготовили кабину, уже все наперед его сделали. Это уже на четвертый трактор. Также К700 со шнекоротором будет. И отдельно, кому нужна кабина, тоже можно будет уже привезти к нам. Разберем, переберем, соберем. Специальную подставку придумали, чтобы погрузчику можно было ее транспортировать. Собираем четвертый трактор Кировец К700, также с отвалом, также он будет у нас со шнекоротором, отвал здесь новый, тоже все изготавливаем, варим все сами. Двигатель после полного капитального ремонта, цилиндропоршневая группа новая. Весной здесь все новое. Новые баки. Вот они выглядят уже в таком состоянии. Тоже все применим. Будем готовить к малярным работам. Обезжиривать. Грунтовать. И окрасить три слоя. Ну, это уже касается по всей облицовке. То же самое и контейнеры, и крылья. Все, вся облицовка проходит этот этап. Крылья мы вот так вот разрезаем. Уже потом баки установим и будем примерять. По месту уже здесь прихватывать будем. Дальше сварщик все это приварит. Шлифанем и не будет заметно. Резина также по кругу. Белшина, пятислойная, усиленная. Как мы готовили раму, тоже все рассказывал, показывал в прошлых роликах. Я все дело у нас усиливалось. Как раз усилитель, передняя часть, это у нас из-за того, что тут гидроцилиндр. Стоит нагрузка большая на переднюю часть. Заднюю часть также дорабатывали под шнекоротор, чтобы можно было кардан установить. Вот такое вот решение мы придумали. Тоже вот в прошлых роликах это все снимал, показывал. Новая навеска, друзья. По тормозам одна подушка своя родная, второй энергач уже камазовский. Гидроцилиндры новые, РВДшки здесь все новые. Тоже вот, да, многие люди звонят, спрашивают, там электрику новую ставим, РВДшки новые ставим или нет. Ну, как бы, друзья, я в каждом ролике это все показываю. Видимо, вы, может, начало смотрите, до конца не смотрите. В общем, если привозите на ремонт, то есть ремонт будет точно такой же, если полный капитальный ремонт. Трактор будет до рамы разбираться, дефектоваться. Движок разбираем, дефектуем, коробку мосты разбираем, дефектуем, смотрим, что идет под замену, меняем. И сборка вот так вот с рамы будет начинаться. То есть вот откапиталили трубу шарнира. Тут у нас закладные как раз на пятый трактор, шнекоротор. Но вот здесь вот нужно будет дорабатывать. Вот она, стандартная задняя полурама. И тут уже придется срезать, чтобы уже кардан спокойно мог проходить.
Вот так вот она усиливается по бокам щеки, снутри такие уголки. Труба шарнира на плавке, два слоя на станке. Расточка, тут тоже мы все растачиваем, изготавливаем втулки, втулим. По мостам тоже все дело разбираем, меняем коническую пару, смотрим бортовую. Бортовая здесь усиленная, если все хорошо, если все в порядке. Сателлиты, если целые, они остаются, если уже идет износ, то меняем. То же самое и по венечной шестерне. И по перете полураме все то же самое. Ваша полурама будет. Осмотрим. Сварные швы заново все проварим. Сгнившие проставки это все вырежем, изготовим. Варим новые. Также под 8-10 все протачиваем, изготавливаем втулку, втулим. И то же самое под пальцы 0,12. Если нужно будет уже изготовить с оплавом, также переднюю раму будем усиливать. Кронштейны крепления отвала. Переднюю часть усилители с двух сторон. Здесь усилитель под крепление гидроцилиндра подъема отвала. Ну и движок. Движок только вот со стенда вытащили, сюда выкатили. Сейчас будем его собирать, комплектовать, красить. По четвертому трактору радиаторы у нас новые, радиаторы готовы. Тоже сегодня это все дело установим. Дальше будем примерять баки. Крылья тоже, крылья все прихватим сегодня и уже будем готовить к малярным работам. Коробка у нас уже выкрашенная, все по техзаданию. Тоже многие писали, почему коробки не красим, грунтовки ставим. Как бы на продажу мы ставим уже в грунтовке, если заказчику нужно, если он привозит на капитальный ремонт, и нужно, чтобы коробка была окрашена, естественно, все мы это дело покрасим. Коробка здесь у нас нового образца, корпус фильтра у него снаружи. Если нужна будет, если у вас коробка старого образца и нужна будет коробка нового образца, эту процедуру мы тоже все сделаем. Так, дальше. Вроде уже по данному трактору показать-то и нечего. Все здесь как бы в стандарте. Все так же, как и первые три трактора. Новый гидробак, кстати. Вот такой, друзья, красавчик. А, ну вот коробка у нас тоже готова в грунтовке. Так что на обмен, друзья, коробки есть, привозите. Извиняюсь. Будьте здоровы. Еще до конца не выздоровел. Был на больничном, чуть-чуть приболел. Но сейчас, друзья, все в работе. Так что, друзья, привозите трактора. Вот такой вот ремонт мы вам сделаем. Вот так вот. Начало ремонта, продолжение ремонта, завершение. И по данному трактору уже в следующем ролике расскажу. Сейчас надо бежать, не успеваю. Ладно, давайте всем-всем пока. Ждите новых роликов и давайте до новых встреч.